Привет, с вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. Сегодня я снимаю для вас видеоурок на прикольное видео. Мне это видео очень понравилось, и я решила с вами поделиться. Посмотрите пока весь пример. Поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал в Ютубе и на мой канал в Лайке. Ну что, погнали! Этот трюк очень интересный, и самое прикольное в нем, что он еще и легкий. Я уверена, что каждый может в нем разобраться, если есть желание, конечно. Все, что нам нужно, всего лишь два видео. Первое видео мы стоим и бросаем нашу рубашку. Для второго видео мы одеваем нашу рубашку и присаживаемся. Давайте это снимем. Для начала поставим телефон на штатив или любое другое место, чтобы телефон не двигался. Начинаем снимать. Включила видео. Я встану вот здесь. Я держу рубашку. В нужный момент ее брошу. Потанцую. Давайте это снимем. Теперь я перехожу в другое место, вот сюда, куда у меня рубашка упала. Одеваю ее. Присаживаюсь и в нужный момент встану. Все, наше видео готово, начинаем монтировать. Монтировать я буду в программе VideoLib. А также я покажу, как можно монтировать в Файнмастере. Заходим в VideoLib, нажимаем на плюсик, выбираем наше первое видео, добавить в проект. Все, вот оно у нас добавилось. Обрезаю лишние части. Нажимаем миксер, выбираем второе видео, оно добавилось. Обрезаю лишние части. Подвигаем его в тот момент, когда я бросила рубашку и она упала. Увеличиваем его до нужных размеров. Нажимаем на маска. Выбираем линейный. И теперь я должна покрутить эту линию, чтобы была видна я и мой клон. Ну вот, как-то так. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вау, выходит очень круто. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Сохранить фотопленку. Все, наше видео готово. Теперь его можно загрузить в Лайк. Заходим в Лайк, нажимаем «Снимать видео», выбираем наше видео, которое мы смонтировали, «Продолжить», добавляем музыку,
я добавлю вот эту. По желанию можно добавить фильтры или эффекты. Я ничего добавлять не буду. Нажимаю «Продолжить». Пишем хэштеги. Не забываем про хэштеги. Пишем мой хэштег «Снежана Снежок». Вот и все! Очень легко и просто! А теперь я покажу, как редактировать это видео в KineMaster. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, дальше медиа, папочка видео, all, и выбираем наше первое видео. Обрезаем лишние части, обрезаем здесь и здесь. Нажимаем на Layer, фото, All и выбираем наше второе видео. Обрежем ненужные нам части и подставим в тот момент, когда рубашка у меня падает. Ну вот, где-то вот здесь. Выделим второе видео и подгоним его по размеру первого видео. Так, чтоб у меня плинтуса совпадали. Дальше я нажимаю «Обрезать видео», включаю маску и выбираю размер нашей маски – круг, квадрат или треугольник. Мне понадобится квадрат. И убираем лишнюю стенку, чтобы нас вдвоем было видно. Бегунком можно откорректировать наше видео. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вау, выходит очень круто! Лишнее видео я обрезаю. Теперь нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу и сохраняем. No thanks. Еще раз стрелочку наверх. Сохранить на устройство. На этом все. Я думаю, вам было очень легко сделать этот трюк. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Я на них с удовольствием отвечу. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.